этот Хенрих, еще такая смерть от притяжки без лута на два квартала. И не становись ближе к хвосту, что у тебя откидывало потом. Ближе к передней лапе и не заходи в фреймбус. Опять столько били. Можно в два хила в одного танка зергануть. Смешно. В одну взлетку. Ну не с такими ДД, конечно. Крикс, ты тут? Чек на бафы. Нету. Кого нету? Каски. Каски. А, сейчас вспомню, кто раздает крикс вроде. Давай раздавай каски еще. Ай, блин, опять неудача. Сейчас бы убили уже. Чик на пул. Джесс, все готово, погнали. Бафните это ДК еще. Бафните кулак на мага. Тяжко смотрим. Метки вперед. 4 пристав нет, капец. Гимна не будет. Только Вивальди. Спрятались. Крайне слева, крайне справа сначала подбиваем. Справа подбили. Справа сзади отбежали. Хватит бить метку посередине, 100к. Отбежали заново по центру, почти падает. Сливайте все метки. Должны слить. После притяжки. А, нет. Не после притяжки. Сейчас должно быть побольше дамага. Все освобожденные маги кидаются на хилов. Бежали.
Неплохо так на полтора ляма больше дамаги. Мы же на 2. 2,5. Так, опять метки вперед выносим. Вот эти метки. Так, 2 совы в метках, блин. Плохо. Слева сзади падает, обежали быстрее. Обежали быстрее. Обежали заново. По центру падает. Крайние справа, слева слить. Фул хп у них. Давайте, писты, подотайте пальцами. Ну, где дамаг, поем? Мы, давайте вот, по звездочке дамаг. По центру падает. По звезде все влились, в звезду все влились. Остальные метки бьем. Так, я даю сейчас рост. Нормально, 3 хила освобожденка. Под босса метку будем нести. Так, не будет притяжки, отлично. Питкин под босса, сжимай АМС. Прихила освобожденка. Под босса все встали, никто ничего не стакает. Один стак на себе выдерживаю. Как огурчик под босса, защиту прожми. Милики отошли, притяжка будет. Метку не сливать. Сейчас один ДЦ без стака. Чешку отдал. Сакру прожми. Гарри под босса. Опять освобожденка. Как огур хили танков. Налетаем под босса. Милики отошли. Снить метку. Под босса следующую. Милики отошли. Так, метку не сливать, притяжка. А не, сливайте, сливайте, я спутал, сливайте. Следующая притяжка будет. Мид под босса. Мид под босса. Где блинк? Где блинк? Ё-моё, отбежали от него. Что это за говно, мид? Заканчивай. Спрятались. Сливайте метки, следующий под босса. На ману кто? Жми дубовую кожу, ставлю тотем, слить метку. Метку быстрее сливаем. Как огур хиль БДК. Гарри под босса. Мне 2 стака. Слить метку. Босс опять. Метку слить. Килы с освобожденкой все. Плохо. По 2 стака набирай хиль танков. Под босса прожми незыблемость МС. Метку не сливать, идем притяжки, добиваем босса. Так, в сторону уноси метку. Били босса. Гимноману. Кто-то. Нет. ХПСа просядет, блядь. Фух. Сука, смотрим теперь в рекаунт. Кто топ? Кто топ? Блядь. Куча освобожденки. Было освобожденка. Было. И сегодня в ударе.
Ой, это ударит, когда нет освобожденки на нем, да. Была освобожденка, линканите там по освобожденке. Под освобожденкой хилил, короче, невзирая ни на что, спасал ваши жопы. Вот кто, короче, хоп, кстати. Осколок. Лучший холи приз в мире. Молитва исцеления на первом месте. Чего на совет? Где у нас совет? За танк. Блять, будет на первом месте. Сука. Че по ДПС, линканитин ДПС? Варенька. Да, Варе, в нашей гильдии. Ваня, Варенька, ты в РК? Маралик, вы оба ролите на танка? Да, в РК написано, я ролю на танка, по-моему. Перехилил просто всех. Окей. Завоеватель. Okay. Цэ. Как говорится, знает своих героев в лицо. Как ты там говорил, да, я не гордый. Твой тинканит от ДПС. Сейчас. Ну ты там пятый, 8396. Да, пошли дальше. Где мой совет? Блин. Из-за бага потратили 11 минут лишних. И не зря. Войт с последнего вырвался на первое, да, не зря. Я старался. Я два раза чешку отдал. Думал, уже сейчас гимн на хп откатится, блядь. Что-то мало. А, ты с пула не отдаешь? Не, не отдавал. Да, ты гонишь. Так там не считает рекаунт вот этот хил, который без боя. Нет. Не-не-не, ты как приземлиться, бой начинается, а даешь чешку, нет, бурстишь. Смысла нет. Ну конечно. Так. Ну да, вот ты дашь, проверь ее, тогда поймешь. Да, я видел, ну, разница большая, то ли на второй под стаками, то ли на первой под стаками. Ты диспел, бой, дай диспел по колену. Так, к БДК ты шел, Питкин, помоги под тень трэш. Я тут, я. Мы сегодня словно Джастин Тимберлейк. Охуенно поет, охуенно двигается. Не, как Бибер. Пацаны 5,8. Подожди, сейчас прессу и метки раскину и поконтролить. Я могу сапнуть кого-нибудь. Хорошо, сейчас. Давай тупо всю пачку законтролим. Джерс, звездочка, Войд, кружок, ромб, Вивальди, мырки-фырки, трусы. Квадрат. Кто-то еще из сов погнали, короче. Контролить. Там три моба еще рядом. Супер. Бейте квадрат, короче. Сконтролили все. Нормально. Потом звездочку ставните. Звездочка в сапе. Ну что, ладно, давайте ромб. Давайте звезду. Самый опасный элемент в этой связке. Где кольцо выпало? Ну-ка, давай посмотрим. О! Хорошо. Плюс 20 тысяч.
Кто забил? Иран забил Португалии, да? Стоп. Иран с Испанией же играл уже. Блин, если бы Иран забил Португалию. Все равно Испания выходит со второго места. Ну да, там больше решается. О, господи, типа. Все, бейте звезду. Господи, давайте стадо вызывайте, гнев небес, кольцо льда по трэшу, быстро. Все звезду играем, потом тактика все. Звезде, Джесс, звезде стан. Трикс. Стан другому тактику по КД. Хилы отошли от трэша хилим так. Герцогиня, давай саку. Вали, два гимна от хил. Отойди и по гимна от хил быстрее. Сова, давайте хватку природы на себя. Таунтите этот. Да не таунти, хватку природы на себя и давайте корни на кого-нибудь. Звездочку играем. Станьте звезду. Нереварен, давай БР по Applebox'у. Макдак, прожми что-нибудь незаявляемое, быстрей. Applebox, поднимай, не афукашит. Давайте бабу по сове по ДК. Герцогиня срезка есть, дайте каплю на герцогиню. Джесс, давай каплю на герцогиню, быстрей. Неф небес, дайте кольцо льда. Сдохнет протопал. Его стаки и нету. Прошел способилка. Давайте звездочку играем. Стан кружку. Звезду играем. Понравилось так играть, да? Станы уже валяются в тактике. Хоть какое-то разнообразие. Ой, клинкуй хпс. Какой хп? Ну с трэша, или давай говори, как ты там этим духом засейвил танк? Да не сейвил ничего. Так я в шипе. Все, прошла эра. Ты вообще, блин, печаль. Так сейчас бы я так засейвил, никто бы не упал. Кто там упал? Богдан, не жалко. Вар ворвался, тоже не очень. Волю сролил. Можно врываться. А себе не жалко. Сова, это норма. Так, давайте, бафаться. Рыба есть? Пошли, Валя, пошли. Пошли. Ставьте рыбу. Стоит. Тот, что будет танч. О господи, мои небеса разверзлись. Тут такая гроза началась. Ух ты. Че, тогда напуливайте роги на БДК Талдорама. Талдорама на Макдака. На пуш. У меня ужасный да гром. И град. Лапу, каску, рестобаф. Тун разгневался. Рост. Ауру на огонь поставьте. Один разгневался. Все, я ставлю тогда на центр, набираем на дистанцию 8 метров. Герцогиня, на первом вихре даешь сакру, священная жертва, каску Навара. Ворос с пула, плиз. Да, Джесс, давай, булей. Поднимать его, Олег. Поднимай его. Поднимай как, танк. Так как бы двоих танчишь, а не Талдорама только. Макдак, ты тут? Танчи двоих, я же сказал. Ну. Так, давай. А, значит, это не Джесс дурак, а Макдак. Бог,
стой. Давай, беги, Фантест, беги. Войт хил. Что вы? Ну, где? Мэддак, ты тут, проснись. Да тут я, блядь, дайте мне второго славить. Все, рост. Но он не загрел еще. Давайте посмотрим. Талдран висит на Макдаке. Валанар висит на Игаре. О, сложно. Максимус, ты демон? Нет. Это было опасно. Давайте бафы. Спасибо. Христы, следите за кинетикой. ДК. Поднимайте в ДК. ДК не умеет прожиматься. Да. Да, я тоже. БРов нету? Нет. Отлично. Примите кинетику. И одна кинетика падает всем пристам ГП. Неважно, где вы стоите. О, отлично. Играйте в Талдорама. Спорить нет. Спасибо за факт. Прожимай срезку. Там стоит, сзади, да, кинетика падает. Сзади кинетика. Не надо до конца пыткой подбивать, просто одну дотку киньте и все. Можно так три. Короче, давай, падаем. Так. Да. Ну ладно, БДК на этом квартале Анроу, значит. Срезайте стою наш. Он просто, наверное, не танчил никогда двоих. В чате же так не танчат никогда. Там же протопалы танчат. Да не, я просто услышал то, что Волонара только танчит. А-а-а. Так ты не танчил Волонара? Ой, это Волонаран. Ты никого не танчил. Походу. Ну, короче, еще под на фоне роста там, блядь, хуйня получилась. Все хуярят, дамажат. Ты ДК что-то тоже долго ловил. Да там ЛПХами не заберешь. ЛПХами нет. Давай же это. Давай я в танка там подержу третьего босса, я не знаю. Да не, я подержу сейчас двоих. Такой дождина идет, пиздец. Это слезы. Слезы тех, кого ты передамажил. Слезы алгалоном, блядь. Пища для червей. Он скучает по нам. Дарк, что не заходили давно. Когда он воспользовался сколько? Это как завтра можно собрать. Да я бы прям сейчас пошел и кильнул бы Алгалона без смертей. Давай завтра. 20:00. Я приду где-то в 20:20. Ради Алгалона танка сделаю. Я смотрю, тут у нас либо магия понедельника, либо пятая целка не соберется уже. Да я думаю, и Ульда завтра тоже не соберется. Ты чё? Не, не соберется, конечно. То многие. Я в среду вторую ульду собирал гирейдом, помню. Ну это если человек 15 богов брать, то может соберется. Помнишь последние попытки собрать ульду? А, это не связано, блин. Это было, там было общее падение онлайн. Там и РС собирались плохо, и ЦЛК. Сейчас онлайн получше стал. Давай посмотрим, что будет завтра. Ну я не могу обещать заниматься, но вообще не знаю. Ты можешь не приходить, никто никого не заставляет. Там
такой день еще. На неделе будний день. Давайте бафы по рейду. Блин, надо сегодня еще все за часик сделать. У нас еще 6 боссов. Чек на пул. Давайте в темпе. Да не хочется до после 11 здесь сидеть. Хочется футбик посмотреть, да? Да не знаю, просто... Ладно, не один. Все, погнали. Бар 4 минуты. Да, понял уже. Бар минут. А не, Испания, Марокко, неинтересно смотреть, как Иран, Португалия. 57. Иран еще нормально, там типа... Да, класс. Хоть что-то решается. Наверное, Иран там в десятером стоит. Вверх, вверх, вверх. Это, площадки. Лизнь какая-то варовская, наверное. Раньше набрали все. О, вон отель, смотрите. Нормально. Кто это ей привез? Бородатый Дед Мороз. Угу. Просто вы будете подбивать кинетику? О, раньше набрали вихрь. Хенрих, отбеги. Так, ну это ГП. Мне откинул мне 15 стаков. Я должен не двигаться 4 секунды. Далеко кинуть. У Кристоф Рэндж хороший. Придется, наверное, на ШП заходить сейчас. Давайте келя бьем. Подведи келя ближе к рейду. Кинетика далеко падает. Видишь, где... Кинетика, на главном звезда. Иди сюда, герцогиня. Блять, это один стою, подбиваю кинетику. Три кинетики летят. Ну, с ним ГП воет, короче, ГП, иди бей босса дальше. Вальди ГП воет и антихам ГП. Иди тебе эти хели. Ну ты бьешь, когда уже Даня сказал, что он один стоит, ты бьет три кинетики. Уже два раза полетали мы. Валанар, опять дистанцию все набрали. Сакра откадешилась, Даш подвиг вихрь, скажу. Так, вихрь, разбежались, давай Сакру. Да. Третий кинетик. Сухой. Стенки кинетика падают. Прикольно. Новая мета, масуха излёт. Давайте еще один вихрь будет. Потом келя добиваем. А, Талдораму добиваем, точнее. Талдораму играем. Не думал, что это будет самый сложный босс пока. Еще все впереди. Ты про профа, да? Ну, я их уже рядом отбил с первого трая. Везло немного. Ну давай, кадир. Я тебе. Геля бейте. Здесь столько вы наслакали, конечно, я уже не знаю, что говорить. Да речь подпадает.
Я понял, шарик от Талдрама прилетел в протопал и вайпнул все рейд. Это комбо просто. Такого я еще не видел. Почему-то он не разряжался, наверное, да? Да, еще и рядом стоял протопал с Талдрамом. Кинетик около двери падает. А все уже сложно, добили. Мой бокс молодец. Спас рейд. Это дорога на дневник. Пиздопад дал, да? Ланус, Ланус. Нормально. Это норма в рейдах. Ланус тут висит. У него будет один хп. Можно даже не пытаться ее бить. Ага, она умрет, и там будет багруха. Да, багруха. Уже забирал один раз багруху. Летите. У нас бой, летите, чего встали. А, я случайно сорнить себе валанер надо кому-то. Так, может, тряпьтесь на трэше. Согласен. Ты говоришь, что один хп будет. Да, она уже умирает. Да она не бьет, давайте ее забьем. Она умрет, она умрет. У нее будет одно хп. Бой еще забагает, да, нам? Не, на бой не багает, она умирает и бой пропадает. Какой ролл. Неплохо, да? Трога на W, я хочу тебя поругать, я не знаю, кто ты. Я хочу тебя поругать. А чё? Кинетику он на синдре много стаков копил, и тут он умер, 17 стаков на нем было, и ещё их кинуло, и все, гг. А, кому надо вещи? Негодяй. Кому в рюкзак кинуть, у меня уже места нет, короче. Давай, Войду кидай. Место есть. Смотри, ну-ка, давай посмотрим, умрет она или нет. Да умрет. Вчера в 25-ке умерла. Зачем, Вика, ну? И багруха упадет еще. Давай посмотрим. Блин, умерла. И бой повис. Не, вы... Не, развис. Ладно, прессаем людей. Как писал Only Time, слушай Войда, папу и кого там еще. Давайте, ребят, если напротив у нас будет вайпа за ДПС, я вот этих ребят 5.9 поменяю на 6.5, там, 6.3. Потому что мы без дамага не убьем, скорее всего. Может, надо хил дополнительно, а то вы не справитесь. В чем здесь хил вообще? Ну, если ДПСер упадет какой-то. Туда ты надо видел, хила. Как мы трэш. Все правильно, ты правильно мыслишь. Ну просто мага там, ну, обычно, ну, с плюхи убьет просто и все. А потеря мага с укусом — это жопа. Пиздец, чем ты нам поможешь? Я? Ты видела на синдре? Первого трая надо было убивать, я там была первая на синдре. Нет, надо было со второго, я там был первый. Давайте, звездочка, Вивальди, кружок, антихам, ромб, войд, джесс, череп. А где ромб? Где ромб? Совы там, контрольте кого-нибудь. Квадрат, чё, не бойд. Погнали, нахуй. Погнали. Ёбаный в рот. Альпич, заходи на вара. А, не сработал на череп. Зачем ты лузу кинул, блядь? Пиздец ты, конь. Какой? Согласен, зачем ты лужи кидаешь на законтроленных людей? Давайте кружок бьем. Квадрат на мане, такси. Квадрат кружок тогда. Квадрат точный станкрикс. Этот Анар, качай еще перса. Не качай, не слушай никого, покупай перса. За левина можно, это еще круто. А не, подожди, не офайся, Анар, я думал, там фурик нормальный ДПС. Это... Какой у тебя Альпич, тебе какой-то ДС в варе?
6,6. Так он нормально это за фур дает. Да, это я уже не помню просто. Стоковаров, перегруз. Да, я. СКГС. Ты нормально им дамажишь? Да, он дамажит, дамажит. Бля, у меня тут такой гром, как будто сам Один разгневался. Да, пизда. Киларион, Киларион, ты тут? Алпич. А ты мне неправильную заметку написал, Варо. Ехал как-то с дачи в Новосибирске, короче. Там такой дождяра пошел. Ну, короче, льются, реки прям полились. Ну вот минут за 10, наверное, реки потекли по асфальту, по проезжей части. И, короче, вот этот поребрик, да, и остановка, и прям, ну, через поребрик вода на остановку заливается. Автобус как будто плывет прям в этой реке. Ну, везде, да. А еще прямо через дорогу, короче, ударила молния, короче, прям по асфальту. Прям, блядь, так близко, пиздец. До этого ты стал богом, Войд. Она держится. Ну, тогда я стал ХПС давать по репустом нормально. Этот Войда, как выпрямить руки, чтоб молния рядом ударила. Все же видели сериал такой, Найтман был. Типа, тип в троллейбусе кулаки ехал. Жесть. Его молния ударила, короче, он стал мысли злые, злых людей, короче, слышать, короче. Бомбы там находил всякие. А, и костюм у него был. Бомбы находил. Ну он бомбу нашел, выкинул с автобуса, всех спас. Ну он еще это, саксофонист. Это, слышишь, у нас там в Харькове уже третий день минируют, короче, что-то. Может его позвать? Нет. А он, кстати, это... Какой же... Ну, он же этого играл. Блять, скажи мне, я скажу тебе. Ну как, вот этот боевик 90-х, блядь. Головой спорт, это вторая часть, а мы дальше вот этот пацан, вот этот актер. Он в Матрице Ван еще Дам, агента играл. Не, какой нахуй Ван Дам? Ван Дам в первой части. Малкольм. Ван Дам, блядь. Да, я тебя исключил из пати, если что. Хорошо. Мне в холика надо или не надо? Нет, не надо. Ну тогда помолимся. Где молитва? Лапета. Спаси и сохрани. Нет, ничего не отличается. Надо шипы, наверное, в третью, в четвертую кинуть пати такого. Жестко. Гарри готов. А во вторую тогда можно. Готов. Хочешь маме поделить? Короче, погнали. Каску помогам дайте еще. Погнали нахуй. Погнали. Почему на морде нет? Зеркало. Давайте еще, знаете, давайте еще согреть, короче. Вообще это будет по красоте. Волис ролил все, там бривы по КД. Понял, соберите full house, то есть топ 10 необычных вайпов в одном рейде. Баг дыхания на Синдре, укус на танке. Что у нас еще такое есть? Укус на хули пристел. Да нет. Жизни на одного человека. Что? Когда слизни бросаются на профи на одну цель. Да, вспомнил, есть такая тема. И это цель кукла. Чёрт, человек кукла. Это я помню, это просто спиди. Спиди, я тоже так, кстати, делал. Было пару рвайпов таких. ДК, Дэриус. Сбегайте с пактом, резче. Еще когда этот БДК на шаре улетает. Я видел этот видос, как Макгрегор улетел. И Богдан показывал.
просто жесть. А когда я фуриком сферы бил? На корабле вайп. Чего на корабле? Давай, гимн на маму спели, ставлю тотем. Кто будет первый гимн на почте? Ты и ламповая. Антифир. Какой антифир? У него инвар. Дистанцию набрали, герцогиня сейчас дашь этот саку. Капец, у нас два мага и они оба арканы. Он рано еще, наверное, лича будет бить. Не надо было читать данных. Да не знаю. Нормально. Тут а какие кто, криты на лане под укусом видел? 100 000. Не, это за кого? Фурик? За хули Христа. Фильера, что ли? Да, забыл. Смотри, у нас, оказывается, топовый ДПС. Сейна, сейчас взлетки убьем. 26 секунд еще. Я просто помню, я как-то фростмага сделал. И вот этим последним скиллом как дал 100 000. Давайте в центр, что ли. 5 секунд страха. А, где ж у вас ДПС? Ай-яй-яй-яй. У меня набагалось на взлетке. 31 000. О, багруха на кассе. Нормально. Защитник. Кучина. Я без ГП заберу ее. Дать. Зачем? Блин, пацаны, кто сюда ушел? На парашют. Вот. Пацаны, если мы не убиваем профа, я вас двоих магов, меня и еще кого-нибудь, наверное. Потому что дамаги вообще нету. Но если мы вайпнемся на профи, конечно, из-за дамаги. Ваня, Ваня, Варенька, ты тут? Да, тут. Заходи, там... если хочешь. Заходи, Ваня, слышишь? Ты знаешь, сколько я Холи Престом дал на Синдре? Я первый. Я первый был по ХПС. 10 косарей. А чё, печеньку защитника никто не забрал? Да, я себе в сумку положил. Без ГП. Ваня, еще. Ну, чтоб никто не спал. В ШП весь рейд передамажил. А тебе надо? 500 дал. Надо тебе дать. Ну, мне последнее, что он забрал. Ну, давай, отдам тебе. Мизантроп, ты в РК? Показал им, где раки зимой, да? Мобов на агреле, поймайте, пожалуйста. Так. Все, накинул ей пути. Сейчас, секунду, Ивальди, подожди, подамажь, пока я сейчас этого найду, мизантропа. Вар, который спрашивает, что там падает 25 хер, меня настораживает. Блин, ну не в бою. 4 лока. Жесть. Так, с таким ДПСом только с 4 лохами надо идти. Да, у нас станов
Рога, ты умеешь станет наличие валик? И все четыре лока улетят на валик. Вот это будет еще один. Да, их все скинут. Да. Что значит это на 3 минутки? Я вообще не отходил. Боже. Так. Где мизантроп? Где ты? Ку-ку. Отзовись. А, вижу. Мизантроп, прием. Придешь? Через пару минут зайду. Что? Через пару минут зайду. А кто у тебя есть? Сова, ДК, Фал. Кем больше дамаги? Наверное, совой будет. Давай совой тогда. Вали, сейчас он зайдет. Подымаешь, пожалуйста, трэш. Можешь идти потом. Ну все, остались самые верхи боссы. В принципе, проблем не вижу. Гол. Куарежма забивает гол. О, значит, Россия будет играть с Португалией, если ничего не изменится. Что? Хорошо, давай накинем 200 ГП миду, посмотрим, что будет. Что ты там за Португалию говорил? Ну, если ничего не изменится, то Россия с Португалией будет играть. Ну, так все, ГГ, хватит. Вышли из группы, в этом году хватит. Не, ну если... Как-нибудь в следующий раз, когда, я не знаю, какая-нибудь Босния и Герцеговина будет приезжать. Если бы они попали на Испанию, то там без шансов, а Португалия еще может сама себе подосрать. А заранее неизвестно, кто следующая страна-хозяйка? Известно уже. Катар поедем. Куда? Катар. Где это? Африка. Кот-д'Ивуар. Мит, ты видишь, что этот маг тебе пишет в рейд-чате? Посмотри, пожалуйста. Я не знаю, как вы вообще играете. Тем более, есть рейд фреймы. Там всего один маг. Кому надо МК дать, как ты думаешь? Причем все? Время всего. Ты спроси, как вот. Это, как они на работе справляются с задачами какими-нибудь. Вот я не знаю. Че арканом идешь, не дамажишь? Как вы дорогу переходите? Просят перевести, переведите. Бабульки переводят. Налево или направо идете, куда? В машину врезаетесь. Ждут бабульку, чтоб, короче, это, чтоб вместе с ней перейти. Типа переводит. Бабулька его переводит, понял ли он ее? О, Господи. Ну или вой даже. Смотрим, кого можно на рейндж отправить. А, тупо такой фонарь в небо и буква В, да? Вот. Вот этот Гарри Олдман в этом. Это же он играл в Бэтмене этого сержанта кого-то, который фонарь с этой с мордой. Сара. Так же ленточка. Можно. Да, один. Надо костюм сшить. Видишь, мы с ЛГП зато ленточку сролил. Давай, значит, воет. Щит, как у Капитана Америки, блядь. Или про товар эти. Вместо буквы этой А, буква В. А, типа, ну не Avengers, короче, а Войт. Интересную кральку.
Будет. Давайте, на рейндж выходит. Он летает. Ёбаный. Блядь, срезайте нас обеих теперь. Короче, смотрите. Три лока на рейндж, кроме демона. Три лока, три шипе. Шесть. Две совы. Восемь. И протопал. Вивальди, спасибо за рейд, не кинуть ЕП. А, у нас даже три совы, ё-моё. Фантастический рейд. Давай паролим, кто под босса. Давай. Давайте совы рольте, кто под боссом. В смысле? Я на рейд. Отлично. Изи. Я под боссом, изентроп на рейнджер. А можно ШП под босс? Не. Давайте шкаф, изи, пожалуйста. Читер. Пожалуйста. Ленточку сролил. Этот мид сролил. А у меня вообще один был ролл на ленточку. Но это было в ту гильдию, где там один выше сотки. Меня так раз на трубу кинули. Когда сотку кинуло, да? Каску повара, пожалуйста. Крик с каску. Не, там просто типа, ну, если ты кидаешь единичку, это выше. Это 101, я знаю. Ну да. Типа избранный. Ты еще избранный, баба просто кидала эту единичку. Листом балдальте. Рога, скажите, 12 минут мало. Будет минута, я тебе бахну кулак. Его должно быть всегда 30. Всегда. За один чародейный кристалл я тебе буду после каждого босса бафать кулак. Все, погнали, все готовы. И даже иногда во время босса, да? Они не готовы. Ладно. Что-то я уже устал. Прожми кош. Генри. Молодец. Перебежали за спину. Тотема на силу природы нету, так что живите так. За спину. Давай, двойной кош. Сейчас будет большой слизень зоны. Там, кстати, квест на чуму. Ну-ка, ты сейчас подожди, посмотри, у меня есть он. Прибежали за спину. Потом, да, ну, нет, пока нет. Мы не сдадим. Ну, пока мы не сдадим. А, может, а, я, наверное, уже выполнял его в обычке, да? Собирал, лишь недавно. А он... Дайте квест. Каждый день меняется или нет? Не, раз нет, раз в неделю. Вау. А помните, как после дисконнекта сразу другой появлялся? Я успевал делать по три квеста за КД. Ладно, мчали. Дерсигиня, подойди поближе, не достает хил. Прожми глыбу. Все. Вижу. Пробую хилить.
за спину перебежали. Кажется ли ДПС побольше стал? Кажется. Не пришел. Ой, ты ШП просто спекнулся. Ну да, там. Это все объясняет, да? Кто я обливал по тебе 5 раз? Да, подожди, ну давай сейчас посмотрим. За 3-6 раз не хайс. Да, у нас Азиум 2-8. Считаю, у нас ДПС прибавилось где-то на ляма 2. Хорошо. Наручи кровосмерча. Куда тут никому не надо. Кидай мне в сумочку, я продам. Или осколочки сделаю для гильдии. Травма. У меня есть. Давай еще одну дам. Давай. Вторую. Надо кому-то травму? ДЦ, кстати, не прёкает. Я тестила у ДЦ вообще, что-то мне не прёкало. ДЦ нет, а хули пистол пойдёт. Сойдёт. ШП в рейд не надо? Случайно, здрасте. Опа-на. Не, не надо, слава богу. Канин. У меня такое ощущение, что... Ну, как раз ДПС не хватает, так что ты подожди. На ШП оставайся. Сейчас, наверное, доберём. Ну ладно. Нормально. Что ты делаешь? Ну смотри, мида нафиг, ретрию возьмешь и маг будет мне МК кидать. Не, заменим, наверное, морды нам мало дамажит. Первый по дамагу. Ладно, фиг на пол. Осколка-то не было вроде. Блин, значит провтыкал, потом разролим, чек на пол. Как-то не больно и хотелось, до свидания. Да не ругайся. Ты же с Олегом не ходишь, ты же с Войдом только. Все, погнали. Я ярел. Ретри, стой. ГРР будет. Так, споры, квадратик. Где? Звезда только тут. Ну, значит, давай. Звезду. Вот, квадрат поставим. Короче, говорит, что он продюсер, только РЛ в игре. И на него ведутся. Порно продюсер. Нет. Ладно. Оставайся там. Вчера Шанан в такой ситуации играл, что это за гей-парад? Как-то мы прикольно заблевались через одного. Так, снесу в квадрат. Смотрите, какой я молодец. Молодец. Блять, бегите. Бегите, глупцы. Папочка, у меня получилось. Поднимаю. Поднимаем, однако. Ну, мы не поряли. Поднять кого-то. Поднимай, зелёный. Чё? Ну, после этого. Ну да, кстати, я не подумал об этом. Одна спора осталась. Не факт, что выживет, если поднять. Я на БДК кинул сам. Да, мне сейчас санка вообще не хилил, смотрел в сумку и завтыкал просто. Звездочка бежит в квадрат, охереть. Меня воет, короче, за... Куда ты вторую спору? Спору одну не снесла, забыла. Зачем ты спору вынес, Джез? Чё, фанки одна была. И... Блин, теперь на мелизоне нет. Давай, Сакру, Мастер Аур. Живем. Что-то у нас рейд сегодня вообще самый какой-то странный за месяц, наверное. Когда гимн читал, пельмень прилетел от меня. Когда ты сказал, бегите,
Глупцы, я посмотрел, что прослизень был и не хилил танка. Дайте касочку по ВДК. Все-таки четвертый рейд это Цалканос Пенгер. Прожимайся. Хил бьет. Тапки смотри. Тапки выпали? Да, выпали. Ага. Две пары. Смотри, так. Так, Аскула, троллим. Теперь порульте еще один осколок, еще кентирол. Я потом передам добычу, чтобы вы забрали. Так, теперь наручение не то. Перчатки на ДК Ретрика Бис. Можно? Олег, ты не будешь брать квест, можно сдавать? Мне не надо, я ж брал бычки. Теперь... Можете дживс поставить у ивента? Крикс, иди на тебе добычу. Иди, смотри, осколок в этом гниломорде. Отойду на минутку. Что ты мне крикс даешь? Тухлопус. Осколок на неломорде еще один. Так, Элвин, давай я тебе передам этот токен. Тут... Спасибо большое, Ваня, за сум. 300 ВП. Что там забралось? Приз нужен? Нет, 4 хила этого хватит. Это унижает наше достоинство хилов как-то. Знаю, пока не заметил. Да, Синдрея заметил такое. Крикс, принимай сум. А чё жать здесь? Ну да, но... Короче, запей. Нету осколка там, значит, принимай сумму. Нет, а осколок есть, я на него жму. Оно типа группа 1, 2, 3, 4, 5. Ну, решай группу 2, и там есть твой ник Крикс. Оп, твою мать. Да, это классно. Да, раздавать лук. Да. Ну, принимай сумон, Крикс. Ты забрал себе осколок или нет? Люблю общаться со стенками. Пошел. Пишет, вы не сможете использовать этот короче предмет. Ну, не повезло. Ладно, хитрый. Сейчас пойду посмотрю сам. Что говорит? Вы не можете использовать этот предмет что-то. Сейчас будет использоваться, подожди. Там лежит такой продолговатый предмет. Называй его мой амулет. А там, кстати, еще одна какая-то шмотка. Ну да, там вот, хлам какой-то лежит. Все, передал тебе скоро. О, спасибо. Ладно, идем дальше. Самый легкий босс. Главное концентрация и все.